Я вам объяснил ситуацию. Конечно, нецелесообразно, мы это понимаем, держать там садик и для 10 детей и 12 человек обслуживающий персонал. На эти деньги мы можем полностью снарядить один автобус, который будет возить этих детей в соседнее село в садик. Но если мы убираем с села садик, это село переходит сразу в разряд умирающих сел. Школу оттуда убрали, ученики все идут в соседнее село Будей. Если мы и детский садик оттуда уберем, ну, это будет село, умирающее в Гагаузии. Нам этого допустить не надо. Я думаю, что мы в состоянии во всей Гагаузии в бюджете найти 160-150 тысяч каждый год для того, чтобы хотя бы его сохранить, этот детский садик, глядишь, там и демографическая ситуация немножко изменится, чтобы это сложное время мы пережили. Поэтому я призываю членов исполкома поддержать это решение и проголосовать за эти 168 400 лей, чтобы сохранить садик в селе Карбалеево.